Ой, мои хорошки, представляете, из моего такого большого ведра получилось так чуть-чуть. Вот таких три контейнера. Ну, в общем, на три раза что-то приготовить. Ну и, конечно же, тут сушатся грибочечки. Вот они, лисички, сестрички. Им тут раздолье. Три таких хороших поддончика. Красота будет. Вкусняшка зимой. Вот. Ну, а эту красоту мы сейчас закроем и уберем в морозильник. Все, я с лисичками. Временно. Вот столько времени я только закончила.